Меня часто спрашивают, почему я называю свои выпуски «Голые пони». А как, собственно, можно назвать вот это? В общем, игра называется «Ласкать Эпплджек», и сейчас мы с вами будем ласкать Эпплджек. Алло, меня слышно? Меню, нажимаем меню. Так вот, play. Окей, вот у нас Эпплджек, и мы должны ее ласкать. Спросите меня, как у нас вот есть вот ладошечка, вот эта ладошка, нужно ей, что эти были? Мы ее ласкаем! Мы можем ей в ушки поковыряться даже. Что мы можем еще сделать? Эй, что это? Куда? А можем в носу поговорить? Да, лол. В носике поковыряемся у тебя. А в глаза можем тебе? Вот тебе в глаза, тварь! Как, что можно еще сделать? Вот тебе в глаз, вот тебе! Эй! Вернись, ну пожалуйста. Я же тебя даже не раздражал, наверное. Окей, play. Сейчас мы будем снова... Что это? Мы можем как-то... А мы можем ей шляпку, например, снять как-нибудь? Смотрите, какой кривой палец, как гомункул какой-то. Тебе приятно? Тебе приятно, тварь? А если по лицу? По лицу. Что ты на меня так смотришь? Как тебе сделать так, чтобы ты... Так тебе в глаза. Да стой, ты куда ты пошла? Я еще натыкался. Меню, play. Как тебе снять эту шляпу? Да слышишь, как тебе снять эту шляпу? Как? Оу, фок. А чё я сделал-то? Чё-то не понравилось ей, по-моему. We're gonna play. Окей, у нас доступен первый левел. Сейчас мы будем первый левелить. Это у нас игра. Тут нужно находить даже очень много предметов. Там вот видите, гоняются что-то с кем-то. О, мы нашли первый предмет, мы нашли второй предмет. Мы нашли Shining Armor, он тоже у нас предмет. Ничего страшного, то что это вообще пони, по сути. Мы нашли предмет Спайка. Нам нужно найти еще очень много предметов, на самом-то деле. Даже очень много, вот, например, вот, скажем, вот, так, сейчас, вот этот надо найти, да, так, сейчас. У нас вот очень много предметов, нужно их всех найти, вот, звезда даже, вот, мы уже нашли, кстати говоря. О, книжка! Нам осталось теперь только сервант и подушка. Подушка, наверное, вот здесь где-то должна быть. Подушка и сервант! Yeah, twice sparkle has been win this game. Next! Самая крутая игра, кстати, вот, кто не верит, можете сами проверить, потому что... Знаете, многие спрашивают, как развеселить пони. Смотрите, вот грустная пони, да, она Эмма. И для того, чтобы ее развеселить, нужно на нее просто нажать, и она прыгнет. Смотрите, ей, яху. На самом-то деле мы ее развеселили, давайте ее заберем в покебол. Заберем этого, заберем это. Они здесь уже второй раз идут, что такое? Это вообще законно или нет? Так, окей, нам нужно найти. Ох, мы нашли все, кроме одного предмета. Но где же он может быть? Где? Вот он. Йеху, Пинки Пай. Мы прошли второй левел уже, кстати, кто не знает, это уже второй левел. Для тех, кто не в курсе. Понял, у нас всего 6, но уровне 4. Ах ты там маленький Шелдон спрятался за кустами, но я тебя нашел. Ну тут можно, в принципе, тыкать по всему, что стоит на полу, и тогда все будет хорошо. Вот, видите, то есть, в принципе, ничего сложного нету. Самое главное просто научиться тыкать. Вот, вы видите, мы все подряд просто собираем. И осталась только какая-то шняга, которая хрен знает где лежит. Давайте ее попробуем найти, и все-таки, где же она? Где же это сердце-то? Чуть я не понимаю. Так где же ты, где? Вы помогите поням найти... А, вот оно. Это вы его запрятали туда, что вы творите? Rainbow Dash. Не могу, блин, в эту игру. Мы уже открыли с вами, знаете, в принципе, грех не пройти эту игру, потому что... Ну как это сказать-то? Ну, короче, заканчиваем играть в это. Grab games go. Так, нам нужно собирать алмазы. Алмазы все нужно собирать. Она напрягается, тужится. Возможно, что все-таки надо как-то ей помочь. Что такое? Почему я не могу забрать эти алмазы? Эй, в смысле? Что, потрачено, что ли? Grab your gear and let's go. Нам нужно собрать все алмазы. Алмазы в этой структуре волос. В общем-то, да, собираем алмазы. Слишком трудно. Нет. Слишком трудный кликер для меня. Я не могу в такой играть. Collect apples. Нужно, в общем-то, собирать яблоки, да. То есть, вот, пока Эпплджек бежит, все же надо собрать яблоки. Нет, Эпплджек.
Блять, мы просрали, ребят, мы просрали. О, эту гейм я знаю. Это и сейчас будет на самом деле. Вот сейчас смотрите. Я в таких-то играх профессионал, я вот умею в такие игры играть, уже наигрался, так сказать. Вот, блять, видите. Да что такое? Я же выиграл! Я же выиграл. Нет, стоп, блять, куда? Словить всех бабочек! Быстрее, пока Флаттершай их не скушала. Нет, Флаттершай, зачем? Флаттершай скушала бабочек. No. Мы хоть одну игру сегодня пройдем, кстати, или нет? Ну хоть одну, ну хоть какую-нибудь. Ну хоть какую-нибудь, блядь, нет, стой. Наконец-то. Нет. You go under, come pick apple, better than me. Эй, я пока кашлял, проиграл из-за тебя. Из-за себя, вернее. Ну, в общем, проиграл, короче. О, это что-то новое, ну-ка, что тут делать надо? О, лопаем шарики. Это самая крутая игра, которую я когда-либо играл. Серьезно, вот это просто самая крутая. Пищ. А, блядь, они начинают идти быстрее на меня. Нет, стой. Я знаю, как делать, я знаю, как лопать шарики, это просто. Нужно просто уметь лопать шарики пальцами. Если у вас длинные ногти, то вы можете, в принципе, спокойно лопать шарики. Вы можете пуляться ногтями даже в шарики, тогда у вас не будет никаких проблем. Пинки Пай так и делает, она просто берет и пуляется своими... Блин, мы прошли! I should give up. Parties are not good without anyway. Чё-то не знаю, что сказать даже. Next. Hey, мы что-то уже прохудили. Сейчас мы должны, в принципе, на изи отыграться, потому что все-таки на изи отыграем сейчас. Вот смотрите, уже на изи. Вот уже все. Applejack прокакала. Ты прокакала. Мы тебя обогнали. Мы собрали яблоки быстрее, чем ты. Вот эта штука странная, кстати. Она сложная на самом-то деле. Здесь, блин, я уже одну штуку пропустил. Ну как так-то, ну как? Ну я же старался. Опять эплики. Ну зачем так много эплов? Я не люблю столько яблок. Я люблю, когда все-таки умеренно континентальное яблоко, блядь. Все, найс, на изи. Мы тебя погнали, лузер. Вот это самая, кажется, сложная штука, потому что, блин, здесь нужно кликать. Стоять. Нет! Я понял, тут, короче, нужно что-то это самое. Что-то, по-моему, я понял систему этого CSGO. Нужно, короче, это самое. В общем-то, да. Нужно вот это делать, чтобы было. Фок. No! Ты не посмеешь забрать мои кристаллики, Рерич. На этот раз у тебя ничего не получится, Рерич. На этот раз я подготовился и готов собрать все кристаллики. Да, мы прошли! Мы прошли. Ю-ху! Там, кстати, на прошлом видосике 1000 лайков набралось, так что давайте на это наберем 2000, окей? Все, давайте. И произойдет магия, просто моментально же выходит следующий видос, через 2000 лайков, все. Все, всем пока.